Ян Стрек, голландский художник-натюрмортист, начинал свое обучение у Яна Янса ден Уйла, который являлся ему зятем. Первый документ, говорящий, что Ян Стрек работал уже как независимый художник, датирован 1623 годом. Вся жизнь художника прошла в родном городе Амстердаме. После смерти Дена Уйла около 1639 года он унаследовал его имущество и впоследствии заботился о вдове и сыновьях Ден Уйла, которые стали его учениками. Сохранилась лишь небольшая часть произведений Дрека. Датированных картин известно только 4. Умер художник в 1652 году. Работы Трека настолько стилистически похожи на работы Ден Уйла, что авторство их работ трудно различить. Его самые ранние композиции, около 1641 года, характеризуются акцентом на вертикальные линии, и в них отдаются предпочтение вертикальным форматам. Он использовал однотонные фоны в бледных тонах с крупномасштабными мотивами. С самого начала его натюрморты включали в себя стеклянные сосуды, фарфор и металлические предметы с использованием их отражения на поверхности, чтобы добавить выразительности этим композициям. Еще одним предпочтением мотива была белая салфетка или сложенная скатерть, которая ниспадала через край стола. В более поздних работах Трека уже видна индивидуальная независимость, хотя влияние Ден Уйла еще присутствует. В небольшом натюрморте, датируемом 1647 годом, присутствует сходство с творчеством Янса ван де Вельде. Но и в то же время, как в целом, в его работах чувствуется, что художник знаком с искусством ведущих мастеров, таких как Питер Класс и Вильям Хедер.